Город Набережных в Химках – это город в городе. Со своей архитектурой, уютными двориками, скверами. В жилом комплексе есть даже два водных канала. Но вся эта идиллия масштабного проекта компании Urban Group рушится. Стоит только зайти в любой подъезд. Чтобы лучше передать, что происходит в ЖК, жители сняли видеоролик. Грязные лестничные площадки, отвалившаяся штукатурка и протекающий потолок. Это видео жители выложили в соцсети в попытке привлечь внимание к проблемам. Застройщик микрорайона разорился, связанная с ним управляющая компания практически не занималась содержанием жилого комплекса. Но деньги куда-то уходили. Перед исполнителями работ появились долги. Грязно, ужасно. Грязно. Зимой не чистили, можно сказать, совсем не чистили. Снег вообще. По сугробам ходили. Чтобы очистить этой зимой город Набережных от снега, управление ЖКХ регулярно направляло сюда муниципальных дворников. Свои не работали. В мае у управляющей компании «Территория комфорта Клязьма» появился новый владелец. Название оставили прежним. К работе приступила сильная молодая команда. Стали приводить в порядок подъезды, дворы и улицы комплекса. Но найти контакт с жителями уже было трудно. За один месяц невозможно полностью исправить ситуацию. Самая большая проблема этого комплекса на данный момент – это именно взаимоотношения управляющей компании и жителей комплекса. К сожалению, сейчас и кредит доверия компании, он растерян, и диалог с жителями, ну, потерян. Тем временем появилась компания-конкурент «Азбука уюта». Говорят, что ни персонала, ни офиса у нее в микрорайоне нет, как нет и опыта управления жильем. Так что, например, мусор из всего города Набережных продолжает вывозить УК «Территория комфорта Клязьма». Часть разочарованных жителей создали товарищество собственников недвижимости, но областная госжилинспекция ТСН не везде одобрила. Зато стали выставлять счета и управляющая компания, и ТСН. Образовались двойные платежки. Ситуация достаточно распространенная, когда идет борьба за выбор способа управления. По четырем домам было принято мотивированное положительное решение. По остальным решение было отрицательным в связи с тем, что другой группой жителей были представлены протоколы о выборе в качестве управляющей компании ООО «Территория комфорта Клязьма». Коммунальная ситуация в городе Набережных остается непростой. Управляющая компания просит дать ей еще немного времени. Предстоит много работы. В первую очередь планируют покрасить входные группы, почистить каналы и провести ремонт там, где это необходимо. Тогда дома станут красивыми не только снаружи, но и внутри.